А меня зачем бить? Обещайте, старикат, что не испачкаете кровью мой костюм, и я убью вас быстро. Обещайте, что не испачкаете мой костюм. Я забаню вас быстро. Он не тут. Он не тут. Не успел. Все, готово. Можете идти оттуда. Простите. Все не рассчитали. Извините. Откуда ты? Он умеет телепортировать. Найс. Вы испачкали мне костюм. Не найс, а... При этом боссы и медики не возрождаются, да? Простите. Конечно. При некоторых боссах можно, при некоторых нельзя. Закон ты, закон прекрасен. Что я тут устроил? Благодарю, амиго. Извините. Я вернулся. Турель ставь на всякий случай для подстраховки. Турель ставь. Где два раздатчика рядом стоит. Металла должно быть. Сгори! Блин, Реза, ты че? Я сказал ставь турель. Ну, сейчас спецслужбы убейте. Разведчик, слушай меня внимательно. Одно радует. Не лезь к нему, он сейчас сам умрет, не лезь к нему. Враг пытается захватить. И нельзя точку захватывать. Точку. Это не первый раз, когда босс сквозь шар проходит. У меня так было много раз. Ну не тяни раунд. Оно. Ну тогда, ну разведчик его пристрелит, одна дробина, это надо быть совсем криворуким. Разведчик там дальше можно пройти, налево дальше. И там лестница есть. Не лезь к боссу, не лезь к боссу. Простите. Беги! Патрес сказал, турель поставь.